Центр, я ухожу. Никто не вернулся. Больше ждать невозможно, сэр. Сэр, корабль чужих движется. Движется? Куда он движется? Вверх. Сэр, это последнее сообщение. Вызываю Вуду 3-1. Вас отправляют в Германию. В 19:00 по местному времени на Землю упало несколько неопознанных объектов. Мы знаем, что это не обломки спутника. Вероятно, у этих объектов инопланетное происхождение. Вскоре немецкие власти получили сообщение о массовой истерии и погодных аномалиях в районе происшествия. Позже данных не поступало. В 21:00 вертолет разведотряда, прибывший на место падения, сообщил, что подвергается обстрелу и совершил вынужденную посадку. Как вам известно, Германия входит в состав Совета, и она запросила Совет о помощи. Наша задача – на месте оценить ситуацию, выяснить состояние немецкого разведотряда и, по возможности, осмотреть инопланетные предметы. Конец связи. Центр, вы видите? Да, Дельта, мы это видим. Уходите с открытого места. Тот, кто это сделал, может атаковать и вас. Вот же черт. Дельта-4, что видите? Кажется, это разведчик, сэр. Боже, ну и вид. Это ваш человек на связи? Нет, сэр. Не знаю, кто это. Доктор, что он говорит? Он говорит, помогите. Радиосигнал идет из точки к северу от текущей позиции отряда. Судя по мощности сигнала, передача ведется из здания. Центр, похоже, я нашел еще одного из разведотряда. Точнее, то, что от него осталось. Бред какой-то. По виду он мертв уже неделю. Какая странная смерть. Мне кажется, его как будто разорвало изнутри. Как будто что-то вырвалось из него. Центр, вижу цель. Объект вооружен. Что там происходит? Выстрелил! Граната!
Выходите оттуда, укройтесь. Дельта-2, слушай меня. Приготовиться к стрельбе. Возвращайтесь назад к Рейнджеру и позаботьтесь о телах. Так точно, летим домой. Угробили отряд наших лучших бойцов. Ладно, я пойду. Начальство ждет в центре управления. Новая вводная, командир. Я с плохими новостями. У нас два события. Волны пришельцев по всем фронтам. И вам нужны новые бойцы. Я постараюсь координировать аванпосты, а вы ознакомьтесь с данными. Единственная стоящая база на данный момент в России. Роскосмос обеспечит нас модулями, а спутники обойдутся на 50% дешевле. К тому же Европа сможет приносить увеличенный доход. Что же касается прерогатив, то все сложнее. Вторая волна пришельцев внесла свои изменения. В казармах еще есть солдаты для обучения. Это по вашей части. Приветствую вас, командир. Ну что ж, как вы поняли, дела наши плачевны. А суть вся в том, что, как мы помним в прошлом нашем прохождении по классике, мы стартовали в Африке и закончили вроде как бы победой, но на самом деле все обернулось совсем не так. Как мы знаем, в преддверии XCOM 2 нас ожидает происшествий нет. Партизанская война. На мониторах все чисто. И пока что происшествий нет, как сообщает центр, но на самом деле это не так. Наступает, как вы видели из ролика, со всех фронтов. Суть в том, что мы сбили флагман пришельцев, но это был совсем не конец. Вы что, правда, думали, что у пришельцев всего лишь один флагман, и это нам не аукнется? Аукнулось еще как. В общем, дела такие. Нам пришлось перебазироваться с базы. За последнее время мы несколько раз принимали странные сообщения. Какой-то псих с позывным «Командир Стрейкер» вещает в эфире о тайных агентах. Нам пришлось перебазироваться с нашей базы. Как вы видите, упала активность во всех регионах. Наши спутники практически все были сбиты. Соответственно,
из-за нападения уже состоявшегося на нашу базу, как вы помните по прошлому нашему прохождению, мы не могли подвергаться риску, оставаясь на том же месте. Поэтому было принято решение перебазироваться на более-менее отстроенную базу. Не выйдет. Это оборудование придется отдать ученым. И там уже продолжать наши исследования. Почему именно сюда? Потому что здесь есть покрытие спутником, потому что здесь ученые более подкованы и инженеры, и потому что здесь есть, как вы видите, покрытие в 4 наших перехватчика, готовых ко всему. Также по постройке сооружений ведутся тут работы. Уже есть установлен нашими инженерами, как вы знаете, бонус из континента. 2 спутниковых модуля. То есть покрытие спутниками будет немножко увереннее происходить. Ну а что касается доктора Вален, ей придется практически начинать все с нуля, так как материалы с той базы были утрачены. Сейчас она решила улучшить наше вооружение, изучив тем самым вооружение пришельцев. Как вы видите, доктор Вален у нас находится в трауре, скорбит по потерянным нашим бойцам, а потеряли мы практически, да не практически, а весь звездный состав наш при начале второй волны. Как вы видели, жестокие битвы. Как вы видели, также из ролика мы потеряли практически всех, да не практически, а точно всех. Все наши передовые отряды, а значит, новое обучение, новое выживание. И неизвестно, куда это выживание нас приведет. Все уже знают, что это будет затяжная и долгая война, и возможно, нам уже не выиграть. Вот, но плюс к тому, что совместно со скорбью и сомнениями в нас поселилась ярость и желание все-таки отомстить и драться из последних сил, пусть на последнем дыхании, пусть мы проиграем, но это будет завершающий удар по пришельцам. Пусть идем на смерть, но чего быть, того не миновать. Что касается наших новобранцев, на этой базе у нас 40 оперативников с различных стран, и некоторые из них даже немножко повышены в званиях, то есть до звания специалистов. Это те, кто занимался транспортировкой наших войск, вели битвы при перебазировании с одной базы на другую. Вот этот их первый бой, который они выиграли. Вот такие вот дела. И нынче будет у нас битва по канонам, по тем канонам, которые нас приведут именно к XCOM 2. Данные серии будут выходить, соответственно, не шибко часто. Это будет зависеть все от количества просмотров и поставленных пальцев вверх. Как я увижу, что набралось достаточное количество просмотров под сериями, вам это нравится, мы продолжим выпуск следующей серии. Вот такие вот дела. Ну что ж, пока что все плачевно, все жестоко, все ужесточается. И плюс к этому ко всему, соответственно, часть роликов у нас будет пропущена, так как мы уже исследовали в прошлом прохождении какое-то оружие, значит, для нас это не будет в новинку. Громобои мы уже как бы исследовали, они для нас не новшество, но их нужно будет построить заново на этой базе. Поэтому некоторые вступительные ролики будут опущены, так как мы уже с этим совсем ознакомлены. Также, как вы видели по опциям, у нас не будет активизации ячеек Exalt. Это нам позволяет данный мод с буковкой F15. Вот.
И это, на мой взгляд, очень хорошо именно для моего данного прохождения, для моего видения этой вселенной именно вот в этот период, так сказать, при смертных конвульсиях. Вот, Экзальт мы уже уничтожили, но они будут появляться вместе с пришельцами на миссиях, то есть какие-то отчепенцы от Экзальт, соответственно, не имея своей базы, решили примкнуть, поддаться пришельцам, и, возможно, из этих же отчепенцев Экзальт далее будет сформирован, как мы знаем, Адвент. Та организация, которая будет просто заниматься, так сказать, полицейским урегулированием в населенных пунктах. Вот такие вот дела. Ну что ж, задумка у меня грандиозная, и как это пройдет и во что это выльется, мы пока что не знаем, где и на какой ситуэйшн это закончится, как это все будет поворачиваться, все зависит от нас. Но это будет жестяк, это будет трэш, это будет небережливость по отношению к солдатам, так как это уже, так сказать, последний вскрик XCOM, жест ярости, отчаяния, и тут мы будем пускаться во все тяжкие, соответственно. Что касается аватаров, я не знаю, будут ли они и нужны ли они вам. Так как суть в том, что если вы даже подпишетесь на аватара, и мы его вам создадим, вы должны быть готовы к тому, что в любой миссии ваш аватар может погибнуть смертью храбрых. А может быть и не смертью храбрых, а просто по дурости. Ну, вы же знаете, акцент ярости у всех, все прут напролом, где-то жертвуют собой, и такие жертвы будут неизбежны. Возможно, в каждой из серий. Поэтому, давая аватара в разработку, вы должны быть уверены, что он в большинстве случаев, да, практически точно погибнет рано или поздно. То есть здесь выигрышной ситуации не будет. Здесь уже, так сказать, ситуация выживания. Отчаянное спасение, попытка отчаянного спасения человечества. Ну что ж, меж тем, давайте приступим. Вот разглагольствовать не стоит, так как у нас продолжается вторая волна пришельцев, которая наносит нам непоправимый ущерб и потери. Посмотрим, что у нас на радарах. Пока что тишина. Ну да ладно, тишина тоже неплохо. Выемка грунта завершена. Видимо, пришельцы еще не в той мере освоились на Земле. Так, ну что ж. Меж тем, нам еще нужно построить лифт и начать закладку электростанции, соответственно. Поэтому зарываться мы пока никуда не будем. Строить нам нечего. Кредитов мало. Всего остального тоже. Давайте посмотрим на активизацию противника. Возможно, теперь будут какие-то нападения. Ну вот, и операции похищения. Все-таки активность пришельцев продолжается, и как мы видели, исступление по всем регионам после падения метеоритного дождя. Кого-то пришибло этими зарядами, в плане того, что осколками от этого корабля-флагмана. Кого-то пришибло вот этими осколками с того же корабля, который разбросали обратно вот эту вот непонятную слизь, которая увеличила активность пришельцев, видимо, послужила знаком всем скрытым ячейкам пришельцев к атаке. И мы получили сразу несколько вызовов. Места, где появились пришельцы, отмечены на глобусе. Отлично. Летим в Японию, и, так сказать, теперь нам пощады не будет. Играем мы не на жестоком уровне сложности, а на нормальном уровне.
А так как нужно будет немного подрастянуть прохождение, так как это будет затяжная война, и по мере развития сложность можно будет увеличить. То есть, соответственно, вторая волна пришельцев, их флагман, один из передовых, но не последний, разбит, и им тоже нужно время на восстановление, на корректировку. Соответственно, поэтому первое время активность была не такая большая, то есть несколько дней, практически неделю, они не активизировались вот до данной ситуации. Теперь решили активизироваться в Японии. Что ж, подтверждаем наш вылет. Ну и что, пойдут добровольцы, возьмем не тех, кто уже получил по званию, пусть они у нас здесь останутся, а возьмем тех, у кого более-менее меткость получше. Так, ну что ж, погнали. Так, 72, вот 77 есть, отлично. Так, 70. Так, 67. Ну вот, бойцы набраны. В принципе, оружие ничего менять я им не буду. Пойдут так, как есть. Сражаться будут тем, что у них имеется. И как вы видите, соответственно, бойцы кастомизированы в том плане, что каждый из них представляет личность, так сказать, отобранную элиту со всех баз. Они собрались здесь, на координационной базе, и теперь будут из последних сил защищать человечество. Погнали! Как видите, у некоторых оперативников имена... Готовимся к высадке, штурм-1. Даже, так скажем, как это сказать, имена говорящие. Классовые имена, то есть, вот, допустим, специалист Женя Камелькова у нас возвращается в строй, и, как вы знаете, Женя Камелькова – это, так сказать, героиня одного из романов «Зори здесь тихие», то есть герой Второй мировой войны. Так, что ж, начинаем операцию. Следующая операция пройдет в Японии. Пришельцы штурмуют сразу несколько крупных городов. Надо срочно вмешаться, иначе регион погрузится в хаос. Отлично. Фух, ну что ж, погнали. Центр, я рейнджер. Ударный отряд приземляется. Ждем приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм-1 может приступать к операции. Так, ну что ж, раз может приступать к операции, значит и приступит. Alien Object in sight. Не откладывая в долгий ящик. Также, как вы знаете, была поставлена опция, что мы видим через туман более хорошо состав и все вот такие вот вещички. Это потому, что у нас как бы изначально были развиты всякие сенсоры, спутниковое покрытие и так далее. Получена карта местности, то есть мы теперь с большей уверенностью можем определять места расположения состава, ориентируясь на какие-то, допустим, излучения и так далее. Я думаю, это подспорье нам тоже как бы кстати, но и соответственно говорит о том, что технологии наши на месте не стояли. Соответственно, в развитии будет и добавление мэков, так как мы деремся из последних сил.
А значит, все технологии будут задействованы. Бой. Как Мэки, так и использование состава в плане улучшения людей. Слушаюсь. Генетического. Что ж, давайте, наверное, будем работать на прицеливание и также сказать на боеготовность. Кого-то ставить боеготовность, кого-то прицеливание. Так, ну что ж, идем дальше. Here they come. Так. Выхожу. Как видите, пришельцы пока что у них по 3 ячейки ХП. Ну, у нас тоже не так уж много. Ну, это все обусловлено тем, что... Опа, 100% меткости, да ладно. Работай. Это все обусловлено тем, что они будут развиваться по мере нашего развития. Так, понятно, это у нас один такой был счастливчик со 100% меткости. Это я ему прицеливание включал, кажись. Так, 25. Так, попадешь? Навряд ли, да? Окей. Ну что ж, погнали дальше. Так, ты пока что никого не видишь. Я пошел. 36, пробуй. Пойдет, да ладно. Не ожидал. Да, действительно, видимо, ярость присутствует у народа. Все-таки. Так, светошумовая. Нормально, попробуешь? Ага, не достанешь, не достанешь. Смысла нету. Целимся. Так, целимся. Так, ну, да тоже целься, че, елки-палки. Смысла нет на боеготовность вставать. Они сваливают! Враг обнаружен! Они решили налететь с фланга! Так, стрельба будет? Нет, отход. Так, ладно, ладно, хорошо. Меж тем. Давай сюда. У тебя светошумовая. Работай. Как видите, бойцы поднаторели и теперь более-менее знают, как им действовать в таких ситуэйшенах. Не отступают, не прячутся. Понял. А идут в наступление. Это получилось. Будет главное отличие данного прохождения. Лови! Так, еще минус 2, отлично. Работаем дальше. Координаты. Так, ты идешь получены. Сюда. Вычисляй того пришельца, который убежал. Так. Ну, давай-ка рывком. Да. Как видите, отчаянные девушки и парни у нас. Так, ты сидишь здесь на боеготовности. Здесь подход. Так, сколько? 42%. Ты у нас метилась. Да все метили же, отлично. Значит, работаем. Так, хорошо. Ну что ж, поглядим, как дальше дело пойдет. Так, один состав собрали, да? Идем за вторым. Слушаюсь. Вижу цель. Так,
Хорошо. Они отходят! Куда им отходить-то, ё-моё? Сколько можно? Иду. Так, ты никого не видишь. А если кинешь, пострадают ли эти или нет? Попробуем просто. Броня коцается. Коцается. Круто. Смотрите-ка, мод F внес различные изменения, то есть более рациональные, на мой взгляд. Так, что у нас здесь? 8-6, ну работай. Ага, даже так бывает. Зараза. Так что, смотрите, ребят, не везде мы попадаем. Не со всех позиций. Так, здесь у нас что? 67. Но также есть и граната. Давай гранату. Бросаем гранату! Так, одного уничтожили. Отлично. Идем дальше. Что здесь у нас? 77, работаем. Хорош. Так. Вперед. Не отступать и не сдаваться. Ясно. Так. Погнали. Отлично, состав видим. Добираемся до него. Вперед, вперед. Так. Ковчук, подожди. Подбегай. Не до тебя сейчас. Сураш Мехра. Так. Кто еще остался на задних позициях? Переходим в наступление. Так, здесь метимся. Тут что у нас? Переходим в защиту. С фланга обошли, значит атаковать возможно не будет, отойдет. Они дрогнули! Вперед! Вижу противника! Оу! Еще троечка. Так, ладно. И это все? Промах пока что. Это хорошо. Так, что у нас здесь? Гранат больше нету. 51, 51, 36. Окей. Оки-доки. Так. Гранат тоже нету. Уже давай иду сюда. Так, кого с фланга? Флангуешь? Давай. Конец. Отлично, Мэгги. Так. Вперед за полный щит. 37. Прицеливание. Так. Что у нас здесь? Давай сюда. Наверх. Более выгодную позицию заняла. Что у нас тут? Работаем. Так, отлично. Переходим. Слушаюсь. Сюда. Работаем. Конец. Ничего, ничего. Так, за полный щит рывком. Кто у нас еще остался? Так, переходим полхода. Так, давай боеготовность. Вот вам, пожалуйста, одно попадание. Быстро! Сейчас же! Я хочу домой!
Так. Так, что мы тут имеем? Кто у нас еще пока что цел? Погнали. 35. Не очень хорошо. Так. Зарядка. Все, вдвоем только, ладно. Твоя готовность. Я под обстрелом! Окей. Так, хотелось бы подойти и состав захватить. Скоро буду. Вот я жадный. Сорок девять. Не айс, да? Так, фланг. Давай прямо сюда. 60. Кто еще может близко находиться рядом с ним? Ну-ка, Кравчук, вперед. Ты у нас еще, кажется, не стреляла. Так. Черт! Он не сдох! Не сдох, да, бывает. Отлично. Задание выполнено. Вот так вот будут у нас проходить миссии. Потеря одного оперативника приемлема. По моим расчетам в миссии, да даже ни одного приемлема, потому как сейчас будем заказывать еще одного за место этого оперативника. Будем держаться 40 оперативников. Так, усталость 4-5 дней, одна смерть. И одно повышение. Кого нам необходимо тут взять? Гранатометчика? Или военврача еще одного? Хотя нет, сейчас мы посмотрим. Мы можем выбирать в казармах, кого взять, кого назначить после первого повышения. Есть такая у нас возможность. И у нас не хватает штурмовика. Вот, возможно, его на штурмовика и пустим. Так. Так. Неплохо. До связи, командир. Неплохо. Так, теперь казармы. Где у нас повышение? Так, штурмовика. Вот так вот. Отлично. Ну все, теперь первая команда, скажем так, заряжена по одному классу. Будем тренировать по второму бойцу каждого класса. Что ж, неплохо. Неплохо. Давайте, наверное, совершим еще одну вылазку, если нам позволят. Сколько у нас денег, кстати сказать... Так, лифт через один день, да? Ждем один день. Лифт готов к работе. Здесь строим генератор. Так, быстро 20 на нас плаваний пойдет. Так, 60 кредитов есть, спутниковых модулей пока хватает. И, кстати сказать, у нас производство спутников, как мы знаем, стоит дешевле. Ну, на данный момент 100 кредитов, так как в этом моде дороже. И это правильно, в том плане, что после того, как нас подрастреляли, началась вторая волна, как мы знаем... Спутники подразбили, многие страны уменьшили финансирование и, соответственно,
у нас начался такой небольшой дефолт материальный, поэтому стоимость повышена, и это правильно, это грамотно. Так, ну что ж, теперь, может быть, еще куда-нибудь зарыться или не зарыться. Так, энергии у нас нету. Порыться в котлованы, я вот думаю. Так, а лифт у нас 100 кредитов стоит. И неплохо было бы еще один лифт построить для парогенератора. Спутников пока хватает. В том плане, что спутниковых комплексов, не спутников. Спутников-то 2 заказано. Так. Или еще зарыться. Блин, вот я не знаю. Да чего я... Давайте я буду зарываться. Чего я медлю-то? Так, есть деньги, будем рыться. Пофигу. Во все тяжкие, как говорится. Планировать ничего не буду. Есть деньги, тратим. Вот так вот будем работать. На глобусе отмечены точки, где произошли похищения. У меня есть точные координаты. Отлично. Ахмадабад, Индия. Пока что операции со средней сложностью прут, но соответственно с нашим развитием в этом моде должны усиливаться и пришельцы. Что ж, набираем, соответственно, новый отряд. Опять же, из новичков. Так, что у нас там по меткости? 69, 67, отлично. Так. Кто еще там у нас? Вот 67. Пока что самых метких будем брать, так скажем, на задание, но соответственно по мере их исчерпанности мы уже будем брать на задание тех, кто менее подходящий, ну так как тренировать надо всех. Так, и кто еще у нас остался? О, даже есть кое-кто 77. Отлично. Так. Так, так. О, мы можем еще одну взять. Круто, 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 круто. Слушайте, мы так натренируем толпу народа. Толпу народа. Посмотрите, тут же увеличен отряд, точно. И это как раз таки плюс к тому, что у нас... Так, 69, вот. Плюс к тому, что у нас нет казарм, но все-таки они были уже построены один раз и были использованы. На этой базе, конечно же, нужно построить еще раз их. Новые казармы для улучшения бойцов. Но отряд у нас уже расширен по максимуму. Это очень здорово. Садимся. Начали? Отправляемся в Индию. Там для нас есть работа. В одном регионе внутренние войска пытаются остановить пришельцев. Лунатиков много, и они хорошо организованы. Нас просят помочь. Так, хорошо организованы и много, это, конечно, не очень клевые новости. Но мы постараемся справиться. Нас тоже немало. И мы в касках. Точнее, в каске. Как вы видели, там был один оперативник в каске, как вы могли заметить. Теперь у нас новые деколи, то есть маски появились. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Так, ну что, начинаем продвигаться. Сразу в пекло. Так скажем, здесь у нас множество возможностей. Откуда нас от множества возможностей, множество мест, откуда нас могут атаковать. Поэтому давайте занимать позиции. Так. Вперед.
никому не стоять на месте, всем двигаться во все стороны. Так, докуда сможешь добежать? Да давай сюда. Отлично. Работает. Я мигом. Ну что, мальчики и девочки, давайте, давайте. Ага, мимо. Так, отлично. Теперь все прицеливаемся. Так как сейчас боеготовность нам не нужна. А вот прицелиться было бы неплохо. Тишина. Очень странно. Очень странно и необычно. Open fire. Так, первый пакет есть, да? Ну что, okay. Будем подходить. Так, как бы нам, куда бы нам залезть? Давай сюда, быстро. Вот так вот. Ну давай, вперед! Так. И тем самым это не умаляет никак той позиции, что надо фланги тоже прикрывать. Наверное, этих оперативников немножко выведем вот сюда вот. Выхожу. Займем позиции более-менее интересные. Так, тот фланг заняты позиции, этот фланг заняты позиции. Отлично. Работаем. Дерьмо. Short wait. Понятно. Угу. Смешанный разум у них попёр. Кого стреляем? Угу, тупоумие, даже так. Вы круты. Нас обстреливают. Интересно. Очень интересно. Так. Докуда сможешь дойти? На боеготовности, надеюсь, никто не стоит. Погнали. Да-да, обходят с фланга, я знаю. Там тебя прикроют, ты не волнуйся. Работай. Так, отлично. Теперь, что можем сделать? Сделаем мы следующее, наверное. Ну-ка, давай-ка сюда. А то здесь тебе шибко обстреливают. Так. Вот отсюда двоих не зацепим. И того, нет? Ну ладно. Лови! Пойдет. Так, работаем дальше. Да ладно, 96% промах. Он нулевой. Да вижу. Воды.
Так, идем сюда. Светошумовую, пожалуйста. Так. Что у нас здесь? 83, работаем. Акаидо. Отлично, минус один. Так, так, так. Аэдевой. Что у нас тут? Работаем, 84. Да ладно. Надо было гранатку. Забываю про гранатки. Забываю. Так. Ну, между прочим, что-то надо предпринять. Что-то надо делать. Так, 37, 37, 67. Пробуй. Отлично, повезло. Повезло, девчонки. Так, теперь. Спешу. Давай сюда. Становись на боеготовность. Так. Хил пошел. Нехилый хил. Ага. Жесть. Хрен вам, не возьмете. Так, 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 так. Граната есть, да? Вы двое подошли близко к гранате, а значит, можете и умереть. Да. Так, идем дальше. Что у нас тут? Тут у нас был бы неплохо обход с фланга, да? Так и поступим. Так, 67, 67. Работаем в дальнего. Кто он нам там может много бед принести. Так, идем дальше. Блин, было бы неплохо отсюда выйти и гранату закинуть. Но гранаты и нету. Так, хорошо, хорошо. Что у нас здесь имеется? Так, фланкануть мы отсюда, наверное, не сможем. А здесь-то у нас не добежишь, да? Немножко. Совсем немножко не добегаешь. Так, вот этот у нас ведет огонь, да? А ну-ка залезь. Пятьдесят девять, да? Так, работаем. Граната пошла! Вот так вот. Нехер морду баловать. Так, что у нас здесь?
Нужен обход с фланга, но здесь ты его с фланга не обойдешь таким макаром. Но у тебя есть граната. Работаем. Так. Теперь здесь гранаты нету. Здесь слишком высоко находимся, да? Сделаем! Ну-ка наверх пробегись. Не видишь никого, да? Не видишь, это плохо. А здесь вот у нас есть граната. Отлично. Так. Рискуем, конечно. Давай-ка выходи сюда. Гранатку. Вот так вот. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так-то, а? Доннер Вендер. Как же так? Как же так, а? Блин. Все, двое осталось. Боеготовность. Альба, делать нечего, идем. Так, раз, два. Работай. Ура! Хоу-хоу-хоу! Сейчас будут жертвы. Я знал. Так. Ну что, никеры, успокоились? Так. Выдвигаюсь. Давай вперед. Этот готов. Погнали дальше. Getting it done. Бывает. Так. Кто еще у нас может куда-нибудь отстреляться? Подходим, ребятки, как можно ближе подходим. Корриндо. Так. Здесь у нас вариантов немного, да? Двое осталось, это плохо. Лечу туда. Так, окей. Бегу. Погнали. Смотреть за флангами. Ох, как тебе повезло сейчас. Я уж думал, по-любому ляжешь там
Так. Ну что? Ты у нас в боеготовности, да? Тогда держи. Нет твоей боеготовности, дружище. Вот так вот. А теперь погнали. Слушаюсь. Цель ликвидирована. Нужны боеприпасы. Сейчас будут боеприпасы. Ну что, Лаки Гёл, расквитайся. Больше не рыпается. И снова удача. Итак, второй оперативник потерян. Уже у нас 38 человек на базе. Надо бы подзакупиться. Что у нас тут по кредитам? Так, ты у нас медик. Пусть будешь. Так, ты у нас пехота. Так, ты у нас, ну, девушка, снайпер. Неплохо, да? Я думаю, будет хорошо очень даже. Альма Ходжинс, подтверждаем снайпером. 23 дня ранения, смерть. Отлично просто. Продолжаем. Не забывайте, мы видим все. Так, 100 кредитов. Казарма, нанять новобранцев. Трех, пожалуйста, потому что, чую, в следующей миссии мы тоже кого-нибудь потеряем. Отлично. Так, что у нас тут? Сообщение из совета через 22 дня. Спутники будут готовы через 4. По странам пока что паника особо нигде не поднимается. Фиг его знает, что и как. Ну, хрен знает, что использовать. Наверное, будем покрывать сначала Европу всю, а уже оттуда плясать. Посмотрим. Так. Ну что ж, вот такие вот дела у нас происходят. Обнаружен инопланетный объект. О, первый наш самолетик, так сказать, среди долгой войны. Ну что ж, ракета «Игла» в сбалансированном режиме. Вижу противника. Ну? Нас тут сожрут к чертям! Выхожу из боя! Мы падаем! Перехватчик сбит. Ладно. Обнаружен объект. Ладно. Давайте в защитном режиме. К бою готов. Объект потерян. Отлично, блин. Обнаружен объект. Еще давайте. Ну, я думаю, мы его Открываю даже, наверное, не собьем с первого раза. Пришельцы, соответственно, стали матерыми, их корабли более объект защищены потерян. И маневрены. А также убойная сила у них поднялась. Обнаружен объект. Ну и последний шанс. Давайте в агрессивном режиме. Хрен с ним. Атакую! Ты
Объект потерян. Ну ладно, ну подбили мы его неплохо. Обнаружен так. Объект. Заказать сможем перехватчики? Что? Цена 200 кредитов одного перехватчика? Вы охренеть. Охренеть. Инфляция, что ты со мной делаешь? Все, Австралия не в совете. Так, завершена выемка грунта. Отлично. Значит, роем котлованы. Окей, переходим в штаб. Что у нас здесь? Австралия не в совете. Замечательное начало. Как вы видите, страны будут вылетать из совета только так, поэтому нам бы хотя бы один регион умудриться продержать, в смысле один континент. Поэтому я и говорю, что покрывать будем Европу, соответственно. Ну что ж, граждане, господа, командиры, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире, и как вы знаете, продолжение серии будет зависеть от ваших просмотров и пальцев, поставленных вверх под видео. А теперь всем вам добра. Слушайте, и по традиции... скажите своим ребятам, что куски пришельцев – это не сувениры. Их нельзя брать на память. И по традиции, как обычно, Брэдфорд меня перебивает на самом важном моменте, но я на него не сержусь. Все-таки, как мы знаем, он потом сопьется. Поэтому не веселое у него будущее. А посему я все-таки вступлю и продолжу по традиции, по нашей замечательной. Пока!